Всем привет! С вами команда ГГУ ТВ. В преддверии чудесного праздника 8 марта мы решили бросить вызов мужской половине нашего студенческого коллектива и проверить, на что они готовы ради наших дам. Давайте начнем. Молодой человек, присоединяйтесь к нам. Представьтесь, пожалуйста. Тимофей. Тимофей, меня зовут Илья. Я сейчас открываю коробку. Там лежат задания. Вытягивайте задание и читайте его вслух. 10 приседаний. Вот это заявление. Давайте начнем. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Никита. Никита, мне очень приятно, меня зовут Илья. Я знаю. Смотрите, у меня к вам есть шикарное предложение, но пути обратно нету. Вы сейчас берете и вытягиваете с коробочки задание, и вы обязательно должны его выполнить. Прочитайте, пожалуйста, задание вслух. Подойди к незнакомой девушке и скажи ей комплимент. Так, девушку сюда, пожалуйста, в студию. Привет, твои родители случайно не работают на хлебобулочной фабрике? Нет. Откуда у них такая крошка? Добрый день, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста. День добрый, Дмитрий. Если вы настоящий герой и покоритель женских сердец, то вы будете обязаны сделать это задание. Пути обратно нету. Вы сами на это согласились. Читайте вслух ваше задание. Я вам что, голубь, что ли? Покажи, как ходит голубь. Курлык. Курлык. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Вот. Меня зовут Илья, очень приятно познакомиться. Вы вытягиваете одно задание из коробочки, и вы и пути нет назад. Вы его обязательно должны выполнить. Пошли, воздушный поцелуй. Да, давайте. Все. Ходил по ГГУ и наконец-то я нашел настоящих мужчин. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владислав. А вас? Меня зовут Виктор. Ребят, я сейчас открываю коробку, и вы вытягиваете задание. Весной цветут тюльпаны, и можем есть мы эскимо. Пускай цветут шафраны, пойдем с тобой в кино. Великолепно. Владислав испугался, и мне пришлось вставать с ним и выполнять с ним задание. Раз, два, три. С 8 марта! Представьтесь, пожалуйста. Иванов, студент 3-го курса. Вытягивайте задание и читайте его вслух. Скажите поздравления с 8 марта. Дорогие девушки, женщины, мамы, бабушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю оставаться всегда такими красивыми, великолепными. И самое главное – здоровье. Полина, Полина, нам срочно нужен молодой человек. Пойдем искать. О, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, я сейчас открываю коробочку, и ты вытягиваешь оттуда задание. Читайте его вслух. 10 отжиманий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наконец-то нашли участника. Смотри, вытягивайте давай, задание. Давай, быстрее, давай. Читайте его вслух. Пройти самодельной походкой. Ну давайте, начните. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, зовут. Очень приятно, Илья. В этой коробке лежат задания, которые вы должны будете выполнить. Вы готовы? Да. Прочитайте его вслух. Запили сториз в галстуке. Сториз будет, думаю, ярким. Вот и я решил себе присоединиться к флешмобу 8 марта. Давайте посмотрим, что мне попадется. Планка 1 минута. Зря подсоединялся. Пойдет. Ну что, начнем? Добрый день, можете представиться? Максим Карнбашев, ПК 18. Очень приятно. Смотрите, Максим, здесь, в этой красной коробочке, лежит задание. Вы готовы его выполнить? Да.
Прочитайте вслух задание. Сделаю селфи с командой ГГУТВ. О, вот это задание, вот это я понимаю. Добрый день, ребята. Представьтесь, пожалуйста. Иван Кирилл. Усиленко Никита Иванович. Ребят, вот в этой коробке лежит задание. Его нужно выполнить. Задание осталось одно. Последнее. Вот это будет большая интрига. Читайте, пожалуйста, вслух. А последнее задание. Бери себе команду и станцуй с ними Лебединое озеро. Ух, раз, два, три. Ребята, может, у вас есть какие-нибудь слова, там, пожелания, там, вот скоро женский международный день, 8 марта. Может, вы хотите что-то пожелать своим мамам, бабушкам, учителям, кураторам. Вообще, всем хочу пожелать крепкого здоровья, счастья. Ведь без крепкого здоровья ничего другого не будет. Остальное все само придет. Любите друг друга и радуйтесь жизни. Желаю, наверное, счастья. И главное, самое главное, везение и жизненных сил, в которых наше современное время не любит. С праздником! Дорогие женщины, дорогие девушки, вот и наступил этот прелестный праздник, день 8 марта. От всей души хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, в доме уюта, море улыбок, чтобы вы оставались всегда такими же красивыми, добрыми, ласковыми. Все. Конец. А кто слушал, молодец.